разговора тянут нас ко дну, материт Киркора, а нынче всю страну. Только друг с ним ласков спелый был такой, это Коля Басков, а может быть Баско. Мы столько времени теряем, обсуждая наш гламур, в интернете проверяем, что сказал товарищ Нур. Пыль трясем с чужих матрасов, знать желает наш народ, что там выпил Алибасов, то ли йогурт, то ли крот. А верить или не верить, чтоб он был здоров, шут Серега заверит из иных миров. Не придумать спьяна и хоть все подряд, как же Гарханяна, женщины дурят. Пусть лучше выгонят с работы, телевизора не продам. Нет важнее у нас заботы, чем любовь гламурных дам. После литры отвечает мне с экрана Норис Чак, а по ночам меня встречает львица Ксения Собчак. Случилось в мире перевернутый мир, черти захватили весь телеэфир. Пей чаёк послаще, да гостей встречай, а глупый зомбоящик лучше не включай. Но трудно жить без сериалов, без дурдома номер два. От малаховских скандалов просто кругом голова. Тяжело без войн ментовских, склифосовского врачей, без ток-шоу идиотских и политиков речей. Тяните резину, как же вас унять? Хватит Украину каждый день слонять, склонять. Главный нам вещает, как ученый кот, а народ нищает уж который год. Но есть у нас миллионеры, есть надежный суперджет. Перемрут пенсионеры и пополнится бюджет. Очень хочется напиться, мозг уменьшился на треть. Но есть такой канал «Жар-птица», вот что надо посмотреть.